Шалом, дорогие друзья! В наступающих ханукальных днях мы радуемся о Божьем спасении. 8 дней мы зажигаем свечи, вспоминая о великой победе наших праотцов в битве за наш храм. Мы вспоминаем о том, что Бог чудесным образом сделал для нас восстановление. Восстановление того места, где поклонялись наши предки. Это праздник света, это праздник воспоминания победы Маккавеев над греками. Но не в этом суть-то самого праздника. Суть в том, что мы, зажигая свечи, вспоминаем, что есть свет в этом мире. Каждый захочет иметь в своем доме свет. Не правда ли? Наверное, да. Наверное, да, о том, что мы хотим зажечь свет, и лучик надежды засияет в нашем доме. Но вы знаете, внезапный свет иногда режет глаза, потому что открывает суть того, что есть больше, чем просто свет надежды. Есть то, что освещает нас. Мы, заходя в комнату, включая свет, немножко прищуриваемся, потому что понимаем, что иногда наша жизнь не совсем такая, как мы бы хотели. Иногда наша жизнь, которая вокруг нас, омрачена страхом и похотью, омрачена нашей ревностью, ненавистью, омрачена самоправедностью и гордостью, омрачена нашим грехом. В глубине нашей души мы всегда хотим увидеть жизнь по-другому, не во тьме. В глубине нашей души мы знаем, что нам необходим свет, свет, который изменит нас. То, что происходит сегодня во всем мире, иногда притягивает нас к размышлению о том, что не все в мире будет так гладко. Как это происходит? Я даже, наверное, не знаю. Но зло, оно еще становится мрачным. Тьма сгущается, но свет Божий всегда представляет возможность изменения. Я верю, что любовь Божья, которая была явлена на Голгофском кресте для всего мира, это луч надежды Хануки, надежда освящения. Друзья, послушайте внимательно. Иешуа стал нашим освящением для всего мира, не только к Иудею, но ко всему миру. Он, обращаясь на Голгофском кресте ко всем нам, говорил о том, что Он является светом в этом мире. Есть надежда, которая освещает человека. Я верю, что в эти ханукальные праздники, которые мы зажигаем свечи, мы будем вспоминать больше о том, что Бог сделал для нас. Он зажег для нас надежду в Иешуа Мессии. Друзья, Ханука – прежде всего освящение. И Бог хочет войти в наш храм, наш с вами храм, внутреннее состояние человека, и преобразить его, сделать его другим. Мы вспоминаем, что мы когда-то народ, который почти потерял свою надежду, сделали восстание и изменили ход событий истории. Зажгли минору в нашем храме. Иешуа зажег свой свет внутри нас. Друзья, хочу поздравить всех вас с этим великим праздником. Помните, что Иешуа, восстав из мертвых, осветил нас и сделал нас близкими Богу. Он назвал нас друзьями. Он назвал нас своими детьми. Он сделал нас чистыми. Он сделал нас шамашим. Он сделал нас слугами. Он сделал нас тем, кто зажигает и дает надежду в этом мире. Будьте этим светом. Пускай Ханука для вас будет праздником освящения, радости и благовестия этому миру. Будьте светом в этом мире. Happy Hanukkah, wanna give a gift to you. Light up the night, my love shine through from Mount Zion.